Это случится через несколько дней, а сегодня спасатели Чувашии соревновались в пожарно-прикладном спорте. В Чебоксарах прошел республиканский этап всероссийских состязаний. Соревнования включают в себя самые разные приемы, которые используются в тушении пожара. Этот вид спорта относительно молодой. Развиваться он начал лишь в 60-х годах. На спортивно-тренировочной базе собрались команды, признанные сильнейшими по результатам зональных состязаний. Участникам предстояло пройти несколько этапов, среди которых подъем по штурмовой лестнице на учебную башню, установка пожарной лестницы и восхождение на третий этаж, боевое развертывание. Начали соревнования со 100-метровой полосы препятствий. В этой дисциплине спасатели преодолевали 2-метровый забор, подхватывали 2 пожарных рукава и пробегали с ними по бревну, а потом подсоединяли к разветвлению стволу. Чтобы пройти полосу успешно, нужно обладать скоростью спринтера и ловкостью гимнаста. Сам по себе пожарно-прикладной спорт требует большой концентрации сил, внимания, умения быстро принимать решения и даже смекалки. Вот на таких соревнованиях тренеры примечают лучших участников, а потом включают состав сборной команды, которая в свою очередь представляет республику на крупных состязаниях. Сборная команды последние 2 года у нас попадает на чемпионат России от привозки регионального центра на уровне с такими мастерами команд, как Татария, Башкирия. И наша чувашская команда занимает даже в масштабах не только регионального центра, в масштабах России находится среди 86 команд, находится на 13 месте по рейтингу. И член сборной команды Чувашии Марков Родион у нас по итогам выступления в этом году попал в сборную России по пожарно-прикладному спорту и будет участвовать, скорее всего, в соревнованиях в Южной Корее.